Тема тарифов за сбор и вывоз коммунальных отходов остается актуальной. К ней еще раз вернулись на еженедельном совещании у главы Чувашии. Тариф по утилизации за хранение отходов регулируется государством. Для жителей Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района стоимость определена фирмой управления отходами, а вот сбор и вывоз мусора тариф нерегулируемый. Предприятия самостоятельно формируют тариф. Его стоимость обсуждают с начала года. Предприятия-перевозчики предлагают 500 рублей и более, а Госслужба по конкурентной политике тарифам утверждает, что эта цена завышена. Госслужба был проведен соответствующий анализ роста конечной цены на услуги по сбору вывоза, включая утилизации. И по расчетам госслужбы данный рост должен был составить не более 70%, либо 340 рублей за один кубический метр. Компании-перевозчики утверждают, что их цена не менее 500 рублей. Свои обоснования представили два предприятия. Проанализировав эти данные, госслужба по конкурентной политике тарифам считает, что в общую стоимость включены экономически нецелесообразные расходы, которые противоречат правилам и нормам бухгалтерского учета. Кроме того, при цене в 500 рублей жители должны будут платить на 65 рублей больше, а при цене 340 рублей на 30. Экономическое обоснование тарифа уже 340 рублей. В данном случае вот эти цифры в конечном счете отражаются уже в квитанциях. Совершенно в удельном весе это примерно 1-1,5%. 340 рублей еще надо еще раз подчеркнуть с учетом рентабельности. По данным УФАС, компании-перевозчики подняли цены, но это не является признаком сговора. Сейчас антимонопольная служба проводит анализ ситуации, чтобы принять решение о выявлении монополиста. Проводя анализ рынка, сейчас выявилось, что у нас на рынке есть коллективное доминирование. После окончания этих всех анализов будет принято решение по возбуждению дел или по сговору, или по монопольно высокой цене, или по необоснованной цене. Мусор – это сегодня выгодный бизнес. И не надо защищать здесь интересы отдельных перевозчиков. И этой конкурентной среде мы должны защищать, создавая благоприятную среду, интересы государства, интересы народа. Глава Чувашии просил взвешенно подойти к решению этой ситуации, чтобы жители не пострадали при определении экономически обоснованной цены. Чтобы прекратились споры по стоимости услуги, по сбору и вывозу отходов, в ближайшее время необходимо утвердить нормы накопления на каждого жителя республики и определить регионального оператора. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.